Гейски, ребята, меня зовут Фоллавиус, и сегодня мы с вами будем играть в Таракан Квест. Да не просто играть, ребята, а открывать эпические сундуки, именно вот такие вот. И знаете, сколько мы их сегодня откроем? 100 штук, ребята, именно 100 штук, не меньше, не больше, 100 штук. Ну что ж, если вы готовы, то напишите комментарий под этим видео, сколько эпических сундуков открывали вы за один раз, максимальное количество. Ну и также поставьте лайк видео и подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем! Итак, ребят, зачем я это делаю? Ну, просто затем, потому что у нас есть армия, да, а в ней у нас много-много непрокачанных юнитов. Вот, к примеру, смотрите, Бот-паук, он у нас уже перешел на 5-й уровень, на 5-ю звезду. И он раньше выглядел вот так вот, потом так, 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 и вот так вот, хищный паук, мега-убийца. Ну, и, ребят, теперь я хочу, чтобы у нас все были 5-звездочные карты, все. И надеюсь, за 100 сундуков у нас сегодня это получится сделать. Ну и я уже хочу докачаться до максимального уровня. У меня сейчас 88, не знаю, мне кажется, максимальный здесь будет 100. Ну, в общем-то, посмотрим. Это нам еще предстоит в следующих видео увидеть. А сейчас 100 сундуков. Ну что ж, начинаем, ребята. Итак, первый сундук. Я не знаю, я как-то буду где-то, наверное, сейчас записывать это, потому что я могу спутаться, очень спутаться. Так, ну что ж, смотрим. Вот какое количество у нас всего есть. Еще один сундук. Я не знаю, кстати говоря, до какого числа, до какой цифры дойдет цена в эпическом сундуке, честно говоря, но будем посмотреть. В общем-то, я, наверное, пока быстро буду первые открывать сундуки. А, вы, ребята, кстати говоря, считайте, сколько я сундуков открыл. Может, я ошибусь, может, нет. Ну, в общем, вы считаете, сколько сундуков. И тот, кто угадает правильно, сколько сундуков я открыл, тот комментарий я покажу в следующем видео. Так что, вперед. Так, ну, вроде по мне, как я 5 открыл. Не знаю, я пока с вами говорю, может, где-то ошибся. Ну, ладно, давайте смотреть, что именно нам здесь выпадает, конечно же. Так, тут много эпических карт выпадает. Ну, много и тех выпадает, которые у нас уже есть. Допустим, вот Fallout, Банша, это все у нас уже имеется, ребята. 1200 уже стоит сундук, ну, в принципе, так-то прилично. О, паладин, смотрите, ребят, паладина у нас не было. Так, ну хорошо, открываем еще. Так, и здесь у нас, так, ага, жрец, вот нам нужен темный жрец, ребята. Это важный персонаж. Открываем дальше. И что здесь у нас? Так, 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 так. Опять темный жрец, ребят, то, что нам нужно. Но, в принципе, все остальное у нас прокачано. Так, 1500 цена одного сундука уже, ребят. И я уже вроде пересек один десяток. Но, повторяю, вы считайте внимательно. Я потом буду пересчитывать тоже. Так, о, привидение. Или оно у нас было? Вроде вот этот вот взрывной бот у нас, его не было. Ну ладно, так. О, отлично. Так, НЛОшечка, главное здание и темный жрец. Ребят, вот темных жрецов нам нужно очень много будет, потому что у нас их очень мало. И нам их не достает. Так, отлично. Черепаха. О, жрица обыкновенная, светлая, так сказать. Ее тоже не достает. Так, ну вроде это 13-й сундук. Так вот, по моим подсчетам. Ну, давайте, не знаю, как-то ускорить. Я на самом деле просто хочу посмотреть, как выглядят юниты на максимальной прокачке. О, ребята, грифон. Грифон нам нужен. И уже, скажем так, завершить, чтобы у меня вся моя армия была перфекционистически завершена. Так что я буду быстренько их скрывать и смотреть, что у них будет. Так, так, тигр у нас есть. О, голем у нас еще не максимального уровня. 2200 цена одного сундука, ребят. Ну что ж, он, не знаю, он будет увеличиваться там на 100, на 200 монет каждый раз, или же на больше. Возможно, он будет увеличиваться там, не знаю, на уже в геометрической прогрессии, скажем так, увеличиваться. Так, ну тут вроде... О, главное здание у нас нет, трансформатор, в принципе, тоже полезно. Так, не, вроде пока на 200 монет увеличивается цена сундука. Так, Ронин, отлично. Вроде пока все то, что у нас есть. Так, еще сундучок. Ага, вот смотрим, что у нас здесь. Отлично. И это, по идее, 20-й, ребята, 20-й сундучок. Не знаю, что ждет нас впереди. Но я уже вижу, ребят, что одно из зданий у нас уже можно прокачать. Смотрите, вон там оно на фоне мигает, но мы не будем отсюда выходить, пока не сделаем 100 сундуков. Не знаю, сколько у нас это займет времени, ребята, но будет очень-очень эпично. Ну и надеюсь, я уже прокачаю все здания. Так,
Ладно, еще один сундук. И здесь у нас... Так, так, давай. 6226, ребят, посмотрите, сколько же тут всего. Ух, не знаю, мне что-то уже кажется, что у нас все прокачано. Хотя нет, нам не выпадает вот этот вот жрец, как его, ну, короче, смерть с косой. Вот она нам не выпадает. Ну да ладно. Еще один. И, надеюсь, там будет жрец. Я не помню, как это называется. О, у нас точно, ребят, смотрите, не максимального уровня еще. Терминус, терминатор. Так. О, терракотовый воин. Так, ну, Олдван у нас давно уже максимального уровня, ну да ладно. Так, далее. Открываем. Ага, смотрим. Ну, здесь темный жрец. О, ребят, да. То, что нам нужно было, видели? Вот это вот босс главный. Он у нас трехзвездочный всего лишь на все. Это очень мало, надо больше. Так что будем ждать его. 3-4 тоже стоит сундук. Ну, в принципе, пока что еще терпимо. У нас пока что, я думаю, хватит. Ну, если вы поняли, о чем я, монет. Так, 3500. И открываем, ребята. Это, по идее, уже 29-й, если я не ошибаюсь в подсчетах. Так, здесь вот такой у нас набор. Ну, гипнотизер, БФГ-пушка, банша, лансер. Лансер уже на максимум у нас вроде. Вот этот вот крестьянин тоже. 30-й сундук, ребята. Тут у нас получится. Ну, блин, все то же самое, что ли? А, нет, паладин добавился. Ну, окей. Ладно, давайте вот так открываем дальше. Так. Главное... А, летучая мышь, точно, летучая мышь. Я не помню, на максимум у нас... Не, на максимум летучая мышь уже. Да. Так, еще. И вот, наконец, ребят, темный жрец. Он у нас вроде там уже прокачивается. Смотрите, на заднем фоне он уже блестит. Отлично. 3900 стоит у нас сундук. А, и хищнец нам тоже нужно апнуть. Он у нас не апнутый. Просто может случиться так, что мы не до конца выбьем все сундуки, ребят. Ну, точнее, мы откроем 100 сундуков, но в них не будет то, чего нам нужно. И это будет печально на самом деле. Но думаю, что у нас все выйдет. Так, ну ладно, что-то Fallout максимально у нас или нет. Я просто уже не помню, ребят, на самом деле, что у меня максимум, что нет. Но я помню, что у меня все почти максимально. Почти. Так. Ну, этот мы так быстренько промелькнем. Ребят, смотрите, есть жнец, это то, что нам нужно. У-ху. Я уже вижу там на фоне, ну, жнец он еще не прокачивается, конечно. Ну, не знаю, если за 100 сундуков мы все не докачаем, то я вообще не знаю тогда, сколько нужно сундуков. Возможно, 1000, хотя я где-то 1000 уже, наверное, и открыл во все время сундуков. Нет, 1000 не открыл, 500 где-то открыл, 500 сундуков точно. 1000, наверное, маловато. Так, далее. И у нас получится... Так, големчик, так, прыгун. О, вот этот вот морпех, как там его? Слизень морпех у нас его не было. Так, о, этот птеродактиль, хотел сказать. Нет, летающий этот наш грифончик. Главное здание, ну, нормально. Пока что все идет по плану, ребята. О, 170, смотрите, жрецов вот этих вот. С косой дядька. Дядька с косой буду его называть. Не помню, как он называется там точно. Ну, вроде жнец темный. Есть жрец, ребята, а есть жнец. Я не знаю, чем они отличаются, но это разные представители. Расы нежити. Так, ну что ж, ребята, почти к половине мы приблизились. 45 сундучков открыли. По моим подсчетам. Так, о, Джиггернаут, это важная карта. Ну, в принципе, вот этот вот страж, как там, с щитом. И 5000 монет стоит сундук. Ну, недорого, в принципе. Эх, так, открываем, ребята. Что у нас здесь? Так, ну, это такое на самом деле. Повторов очень много повторов. Сейчас посмотрим, кстати говоря, каких карт у нас самое больше. Потому что вот мы сейчас открываем сундук, да. И, допустим, эта карта у нас уже прокачана на максимум. Но, ребята, несмотря на то, что она прокачана на максимум, ее можно, ну, добавлять ей монеты. Не знаю, может, в будущем добавят еще 5 звезд. То есть будет всего 10 звезд. Можно будет прокачивать на 10 целых звезд персонажам. Так, ну что ж, ребята, это 50-й сундук. Это ровно половина. И в нем нужны нам карты. Ну, в принципе, да, нужны, ребят, смотрите. Вот этот вот сумоист и вот этот вот босс. Круто. 51-й сундук пошел.
Ах, так. Что здесь у нас будет? Что здесь у нас будет? И, о да, прям то, что доктор прописал. То, что нам и необходимо. И идем дальше. Так, опять темный жрец. Он нам тоже необходим. Крайне, крайне необходим. Эпический сундук открывается. Угу. Здесь у нас получится бот с дверью. А, и страж с щитом. Это тоже неплохо. Хорошо. Ну, ребята, давайте. Что же будет дальше? Так. Fallout. Нет, это все у нас полностью все повторы. Все это у нас уже было. Открываем еще. И смотрим, что здесь. Я не помню, вот этот маг ветра. У нас он на максимум прокачан или нет? Вот этого я не помню. А, ну и этот, как его, некромант тоже наверняка не на максимум. Отлично. А вот, кстати, он выпал нам. Ну, тут все остальное повторы. А храмовый пес тоже я не помню, насколько он. Конечно, уже 4 звезды. Ну, минимум 3 у меня звезды есть везде. 2 звезд нигде нету, минимум 3. Ух, так, сколько там уже цена на сундук у нас получается? А стартовали мы, 750 она стоила, ребята, представьте, да? Так, здесь опять некромант, в принципе, все, что нам нужно, все, что нам необходимо. Да, 6000 с небольшим уже стоят сундуки, но это уже на самом деле много, это много. Копить на столько кристаллов, это довольно-таки долго занимает. Так, ребят, джиггернаут, то, что нужно нам. И это 61-й сундук пошел. Вот так вот потихонечку, постепенненько мы подобрались уже к 7-му десятку. Так, тут у нас получится, ага, то, что нам нужно, ну, в принципе, да, нормально. И еще один, я там уже вижу на фоне затемненном, уже почти, ребята, почти у нас прокачивается. Правда, конечно, не все то, что нам необходимо прокачиваться, но, думаю, к 100-му сундуку нам повезет и все будет четко. Так, ну, нормально, половина того, чего нам нужно. 6900, я так, подожди, стоп, а что, цена не растет больше? Или мне показалось? Нет, растет, 7000. Куда надеяться, ребята, цена будет расти всегда. Ну ладно, о, жаба с пушкой. Главное здание склеп. И вот этот вот маг ветра тоже неплохо. Ну хорошо, хорошо. Далее открываем сундуки и видим, что... Что у нас? О, терминатор. А что, не на максимум у нас еще терминатор? Блин, я думал на максимум, я думал у нас уже красный. А нет, видите, не на максимум. Ну да ладно. И 7200. Уже вроде цена с меньшим разбросом, ну, с меньшим ходом идет. То есть 7200, 7300, то есть на 100 монет всего лишь она увеличится. Ну так медленно довольно-таки. Так, хорошо. О, дедок, Зевс, ребята. Молниями кидатель. Или он у нас на максимум прокачан? Блин, я не помню. Уже очень хочется посмотреть, но нет, ребята, нет. Это 77-й сундук. А, 78-й сундук. По идее, почти мы подбегаем к финишу, ребята. А вот он, 79-й. Сундучок открывается. И мы здесь на... Ну, в принципе, нормально, да. Да, то, что нам необходимо. И далее у нас 80-й сундук. Ребят, еще 20 и все. И это будет конец. И мы пойдем прокачивать всех наших воинов. Так, здание главное есть. В принципе, все, что нам необходимо, есть. Да, но всего лишь на 100 увеличивается цена сундуков. Это уже приятно, потому что сначала она намного больше увеличилась. Итак, итак, ух ты, ё-моё, все, что у нас, а, нет, в принципе, нет, кроме некроманта, он у нас не достается. Так, тут храмовый пес, в принципе, главное здание тоже там не до максимума вроде, ну, нормально. Так, давайте я, наверное, вот эту последний десяток я открою не глядя, вот так вот быстро, прямо так, бах-бах-бах-бах-бах. Не запоминай, ребят, мне просто уже очень интересно посмотреть, выпадут ли мне все те нужные сундуки, все те нужные юниты, которые я хочу выбить, но они никак не убиваются. Сейчас, давай. Просто я понимаю, вам тоже, может, надоело, так что я открываю долго очень сундуки, но, ребят, тем не менее. Сейчас посмотрим, что из этого всего выйдет с этой затеи. И получилось ли у нас сделать то, что необходимо. Итак, ребята, 80 сундуков, по моим подсчетам, позади. Это 81-й. Давайте посмотрим, что в нем, хоть не будем торопиться. Блин, ну почти все то, что у нас есть, кроме сумоиста. Ну ладно.
Эх, не знаю, ребят, я эту игру очень долго уже снимаю, довольно-таки высоких высот добился в ней. И, наверное, скоро я уже буду завершать ее съемки, буду переходить на что-то другое. Ну, потому что здесь я уже все прошел, все открыл. Нужно двигаться дальше, ребята. Нужно продвигаться и искать что-то новенькое, что-то очень крутое. Поэтому, наверное, скоро, как скоро. Вот я до 100 уровня, когда прокачаюсь, когда дойду до арены. Ну, не до и до арены, бриллиантовой, дальше вроде там арена. Или какая-то там еще дальше. И тогда я, наверное, завершу прохождение. Так, ребят, ну что ж, 10 сундуков. 10 сундуков осталось. 9. 8. Давайте уже смотреть. Ладно, 7 сундуков осталось. Уже идет прям обратный отсчет. Так. Ладно, давайте все смотреть. Последние. Ладно, последние 5 будем смотреть, ребята. Вот, кстати, красиво, да, цена почти 10 тысяч за сундук. И смотрим. Паладин. Ну, в принципе, все, что нам нужно. Но боссы очень редко выпадают. Очень редко. В принципе, недостающих юнитов я могу дотренировать на этих, на тренировках. Это, в принципе, будет нормально. 10 тысяч, ребята, ровная цена. И осталось 3 сундука. Осталось 2 сундука. Ох, 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 ох. И что же будет в нем? Может, какой-то будет приз? Я не знаю, может, на 100-м сундуке, который мы открыли подряд, будет какой-то бонус дополнительный. Ну, пока что-то особо не сказано. И 100-й сундук, ребята. Мы это сделали. Именно 100 сундуков мы открыли. Отлично. Так, и в 100-м сундуке вот такой, в общем-то, набор. Ну, давайте глядеть, что нам это дало. Армия. Ребята, прокачаны. Смотрите, мне, я просто любуюсь этим. Смотрите, прокачаны. Везде, почти все юниты, они горят то, ну, тем знаком, что они прокачаны. Что, Терминус у нас был трехзвездочный? Что, ребята, вот это позор. Мне что-то казалось, что у нас Терминус. Это против нас Терминусы всегда какие-то сильные играли, а наш-то Терминус слабенький. Ну ладно, давайте начинать с конца. Давайте начинать с ползуна. Конечно же, он получает развитие, ребята. Вот в такого вот ползуна с какой-то плазменной гранатой. Так, ну что ж, босс прокачался, интересно, он у нас до... Он у нас, кстати, довольно-таки часто выпадал. Нет, 4 звезды всего-навсего, ну да ладно. Так, страж, развиваем его. Ух ты, зеленый такой, смотрите, сколько у него. Зеленый страж-многоножка, вот так я его назову. Так, хищнец, открываем, развиваем. Ух ты, ха, а он такой поднакаченный стал, такой... Дрыщ был такой худенький, а тут такой опа и качок. Забавно. Так, морпех. Очень слабенький воин, но он урона много довольно наносит, но он сам слабенький. У него урона столько же ровно, сколько и у него здоровья. Это выглядит забавно, и вот в такого вот он фиолетового монстра, слизня, убийцу превращается. А, пилон пчелиный. Я не вообще, кстати говоря, редко пользовался. Ну и, соответственно, да, вот столько звезд он у нас только получает. Ну что ж, здесь все. О, вот, ребята, Вуджен, но все-таки у нас не на максимум был прокачанный. Хм, так. О, смотрите, какой он красивый становится. Блин, ребята. Тут он такой с закрытыми глазами был, а тут он прям прозрел, глаза у него открылись. Блин, ну он очень эпично выглядит. Вот именно в развитии, вот тут он был таким простым учеником, и тут он просто мастер, повелитель ветра, магия. Вот это да, ребята, вот это круто. Ниндзя, ребят. О, ниндзя в белого самурая. Ну, в белого такого превращается. Смотрите, с нефритовыми такими вот сюрикенами. Так, пагода. О, пагода, 5 звезд, отлично. Это сложно выбить их, главное здание. В принципе, это как и боссы. Смотрим, 4 звезды. Так, отлично. Ну, ребята, это меня радует. О, Ронин. Я помню, он в такого эпического парня превратился. Я когда-то встречал его, ребята, на арене. Это очень мощный дедок. Не смотрите, что он седой. Это седина только обозначает его опыт. Ну, тут тоже, смотрите. Кстати говоря, смотрите, у нефритовой империи, у них у всех, у топовых юнитов, есть какие-то нефритовые элементы. Ну, то есть, вот этого меча, ну, нефритовый, зелененький такой, да. Нефрит — это такой полудрагоценный камень. Вот, прикольно. Так, молотильщик, развиваем его. Опа, о да, смотри, у него прям пламя изо рта такое идет, классно. Так, БФГ пушка, ну тоже 5 звезд. И, ребят, у нас на самом деле остаются считанные юниты, которых мы не прокачали до максимума. А, вот, кстати, смотрите, лишние звезды наверняка здесь будут.
вот видите, у нас максимум и еще 1400 звезд доступно. То есть, если вдруг что, какой-то апгрейд будет, какое-то обновление, то мы сразу сможем все прокачать. Так, ну Терминус, ну блин, я думал, он станет вот таким красненьким. Ну, обидно, ну ладно. И, ребята, трансформатор. Три звезды у нас было. Очень редкая карта. Ну-ну-ну-ну-ну. Эх, блин, половины. Ровно 1000 не хватило, половина. Значит, нам надо было, получается, сколько там? 200 сундуков открывать, что ли, чтобы хватило? Ну, не знаю. А, летучая мышь в красной максимальной форме в своей. Вот, тоже эпично выглядит. Прям весь скелетик у нее остался, только один, только на крыльях кожа. Забавно. Так, ну привидение просто более зубатое становится. Цвет меняет немного. В принципе, неплохо. Так, крипта... Крипта, да, ребята, это крипта. Ну, это, в общем-то, склеп, да. И развиваем его. Что ж, о, такой классный фиолетовенького цвета становится, круто. Так, некромантик. Что ж, кого ж ты превращаешь? Ух ты, прям такие рога. Я надеюсь, он побольше своих вот этих подаванчиков-миньончиков будет вызывать. Так, костяной храмовник. Блин, они все, ну, в принципе, понятно, что у этой расы цвет как бы фиолетовый, они все в фиолетовый такой превращают цвет. Ну, жрец, нам он очень много... Да в смысле, нам очень много жрецов выпадало. Смотрите, какой он классный на 5 звезд. Ладно, этих парней я буду тренировать усиленно. Они у нас будут проходить усиленные тренировки. Развиваем голема. И вот в такого прям настоящего Франкенштейна с болтами по всему телу превращается он. Отлично. Так, паладин. Паладин у нас получает развитие. В мега светлого парадина. Паладина. Выглядит очень круто. Так, бродяга. Что же получается с бродягой у нас? Ну, вот такой вот ниндзя. О, видите, у него клинки смазаны отравой. Не надо от них порезаться, ребята. Нельзя. О, жрица, наконец-то. Жрица у нас превращается вот в такую вот прям богиню, я бы даже сказал. А не жрицу, богиню лечения. И маг. Маг он у нас превращается. Он просто в Зевса, ребята, превращается. У него молния в руке, это Зевс. Я его буду называть не маг, а Зевс. И, в общем-то, это, ребят, последняя карта. И что ж, пожалуй, на сегодня все. Вот такой вышел у нас видос. Если вам понравилось, то, соответственно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Адиос, амиго!